Америке, черти шо, раскололась страна. Прокуратура открыла по факту захвата земли и самовольному строительству уголовное производство. Городские власти присылают на незаконную стройку проверки, которые фиксируют нарушения. Но тем не менее парковку продолжают строить. А менты стоят себе, блядь, пускай все стоят. Все, идем. Слово не пошло. Давайте. Неравнодушная общественность пришла разбирать незаконную парковку, а самооборона все это охраняет от милиции, от тетушек, от тех, кто попытается помешать. Я знаю, что очень много суббот бились за какую-то реакцию со стороны города на эту незаконную парковку. Она есть, она появилась? Она какая-то велотекущая, это все на уровне комментариев. Кто-то осуждает, кто-то соглашается, поэтому ждать мы больше не можем, потому что мы видим, во что превратилась Аркадия, во что превратился центр города. Если пустить все на самотек, мы рискуем потерять единственную зеленую зону в городе. Я просто как житель этого детства, я считаю, что мы должны благоустраивать свой город, правильно? Я просто знаю, что здесь было до парковки. А как вы считаете, можно благоустраивать незаконно? Здесь раньше было вообще бомжатник был. Здесь были 3 или 5 деревьев, такие полусухих. Какие-то стояли лотки, какие-то стояли наливайки какие-то были. И как бы так, если так по закону, то вроде бы нельзя. Но если вот исходить из таких человеческих соображений, не знаю, то я считаю, что застройщики правы. Ну, мне трудно назвать это субботником, как называли это общественники. Это, скорее всего, акт вандализма и хулиганства. Наша компания имеет все документы для осуществления благоустройства на территории пляжа Ланжеро. И мы действуем на основании этих документов. И та парковка, которая там сейчас есть, она просто необходима, потому что для многих людей автомобиль – это средство протезирования. Я очень хотел призвать все силовые структуры встать на защиту предпринимателей и людей, которые созидают и что-то делают. Строительство капитальных сооружений действительно предусматривает наличие декларации и наличие землеотвода, капитальных сооружений. Парковка – это не капитальное сооружение, это элемент благоустройства. Вы видите, что плитку можно демонтировать, что газон можно перестелить, дерево можно пересадить. А бетон? Бетонные основания необходимы для того, чтобы они могли держать плитку, и чтобы мы не можем вселить полированный бетон на землю. Это же уже основание, это уже бетон, его же демонтировать не так просто. Это не является капитальным сооружением, поэтому если бы мы проконсультировались у опытных юристов, и если бы это был бы хоть какой-то малейший намек на капитальное сооружение, мы бы не выполняли работы без соответствующих документов.